Каждый год в апреле в столице Чувашии проходит международный балетный фестиваль. Какие сюрпризы для зрителей Чебоксар подготовило балетное сообщество в этом году, узнаем из нашего следующего сюжета. Долгожданные премьеры и встречи с уже знакомыми спектаклями. В этом году программа 19-го международного балетного фестиваля обещает быть яркой и насыщенной. За 5 дней чебоксарские зрители увидят бессмертное «Лебединое озеро». Балет «Дон Кихот», главные роли в котором сыграют солисты Мариинского театра. Нас ожидает Бахчисарайский фонтан. Премьеру спектакля готовят нижегородские коллеги. А откроет фестиваль «Баядерка». Впервые за 10 лет знаменитый балет снова покажут на сцене театра. Это масштабный, крупный, живописный спектакль с большим количеством персонажей. Я думаю, что он интересен будет и не только гурману и любителю, но и любому зрителю. По уже сложившейся традиции в Чебоксары приедут гости не только из других российских городов, но и из-за рубежа. Коллеги из Франции, Англии и Италии. Все они примут участие в постановках и в традиционном гала-концерте. Фестиваль – это своего рода мастер-классы. То есть ты знакомишься с другим стилем, ты знакомишься с другим почерком. Конечно, ты сам подтягиваешься и черпаешь что-то для себя бесконечно. Мы наблюдаем за нашей публикой, мы наблюдаем, как наша публика развивается, сколько наша публика стала меломанами, насколько они тонко чувствуют балетное и оперное искусство. Как отмечают специалисты, балетное искусство в Чувашии находится на достаточно высоком уровне. Для его поддержки проводятся не только такие фестивали, но и организуются различные гастроли по городам России и зарубежью. В планах театра и создание собственной балетной школы. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика.